Как сдают в Гиртеке Шауляй. Смотрим, машинка стоит. Необходимо двинуться вперед. Путь диагоналки влево, либо вправо. Инструктор говорит, как заезжать. И задним ходом встать в это же положение, как сейчас стоит транспорт. Сел новый, тестируемый. Сейчас двинется. Посмотрим. На задание дается 3 минуты. Минуты начинают считаться от того, как вы заедете вперед в бокс и начнете двигаться назад. Время идет с этого.